давайте остановимся, посмотрим на эту красоту. Посмотрим на эту красоту. А, люди отдыхают. С одной стороны рынок. Вот люди отдыхающие. О, на несколько. Это свободный пляж, и здесь не для того, чтобы остановиться, здесь отдыхать не нужно платить ничего. Красота, правда? Прелесть. Море спокойное. А цветы какой. А вот там, вдалеке Ливорно. Повернемся влево. А здесь целый ряд рынков. Это теперь машины. Это рынок вдоль берега. Вы посмотрите на эту красоту, как придумали. Зонт такой-то в виде зонта. По-моему, это зонт. Ну да, это зонт. А здесь прицепили бижутерию. Сережки. Как красиво. Так, минутку, сколько это стоит? Ну, здесь цена 2,50. Значит, сережки это стоит 2,50. Красота какая. Ой, идеи людские безграничные. Вообще здорово. На черном фоне, на черном зонте. Прикрепили сережки. Белли, ты пьяши? Красивые бывают, мне нравятся. 50. Те. То, что придумали, молодцы. Тут ты тропи. Тачки. 5 евро. Разные. Для детей, для взрослых. Таких только нет. И даже вот такие. Ну, не ряды идут. А здесь можно все встретить на этом рынке. И цветы красивые. Ну, цены. 5 евро. Какое-то растение со светлыми листочками очень красивое. Перчики жгучие. Ой, красота. Все, мелочевка разная. Рынок большой. Посмотрите на эти цены. Сумочки. Цена 3 евро. Это вот вы знаете, евро умножить на 7, получится цена в рублях. Кошелечки для детские какие-то. 2 евро. Видите, какая красота. Какая красота. Детские. Это большой попал. Какой-то зайчик. Мужские кошельки. 3 евро. А здесь еще и ремни. А там сумки за 5 евро. Естественно, это не натуральная кожа, но тем не менее. Ну вот и все, кажется, обошли весь рынок, посмотрели, так бегал. Нам ничего самим не надо было. Просто приехали прогуляться. Ну и сейчас пойдем выпьем чашечку кофе. Погода великолепная. Люди отдыхающие, люди, которые приезжают просто провести выходной, люди, которые приехали на море. Здесь мы сейчас находимся, Марина де Писа. Вот если смотреть туда вперед, дальше, по этой дороге, там дальше он плавно переходит в Тирению. Обычно то место, где идут пляжи, частные пляжи. Тут все пляжи частные. Франко пошел в бар, принесет сейчас, я не знаю, что он принесет, кофе, мороженое. Я отказалась от пирожного, почему? Потому что не хочу набирать вес. Я очень поправилась в России, надо этот вес скидывать. Поэтому предпочитаю есть меньше. Надо похудеть на пару килограмм. Звучит музыка.
повторяю, что я специально отвожу камеру, не навожу камеру на людей, на отдыхающих, потому что это никому не нравится. И, естественно, кому это будет нравиться, если сидящий человек рядом с тобой наводит камеру на тебя. Что за ерунда? Поэтому будем ждать. Сейчас он подойдет. Так, ну вот и кофе. Вот доза. Кофе. Обычный классический кофе, который нравится мне. Здесь, вероятно, на самом деле есть вкус кофе. Ты его выпьешь и в течение длительного времени чувствуешь вкус кофе. Словаться. Считается самым лучшим кофе. Одно из лучших. Одно из лучших кофе. Ну, очень вкусный кофе. И стоимость его здесь на море всего лишь 1 евро. А в рублях это будет 70 рублей. Прелесть. Люблю итальянский кофе. Еще раз покажу вам ряд. Иначе получается, по моим видео, как будто бы только одна мелочевка. И одежда продается тоже здесь. Такой спокойный ритм, какая-то атмосфера такая спокойная. Рынок, бары напротив, цветы, отдыхающие, прогуливающие, покупатели смотрят, останавливаются, разглядывают то, что им интересно. Посмотрите, там цены, ослепляет солнце, цены 1 евро, 1 евро, 5 евро, косметика. Ослепляет, по-моему, плохо видно. Посмотрите цены. Одежды 5 евро. 5,99. 5 евро. Это такие цены. Ведь там можно выбрать, найти неплохие вещи. Цены? Я не знаю. Сумки 5 евро. 8 евро. Так там уже неплохие сумки. То есть, конечно, это не натуральная кожа. Но тем не менее. Но тем не менее, цены. А здесь еще ниже, вот тут вот написано сальди, вот я сейчас покажу сальди, скидки. А здесь вот еще одежда, 4 евро. Август. Последний месяц. Цены скинули на нет. И это не залежавший товар. А здесь одни купальники. Вот выбор, выбирай какие хочешь. Передвижные павильоны, как они мне нравятся. Всегда все свеженькое. Все свеженькое. Красота. Okay. 5 евро, 4,99. Цены полетели вниз. Еще ниже. Хочу остановиться для того, чтобы показать 50 чентезимов. Цены таких я вообще нигде не видела. Вот здесь все. Весь вот эта вся мелочевка. Все, что хочешь, можно увидеть в этой куче. Прихватки, тапочки, футболки, брючки какие-то детские. Всякая всячина.